помнишь, в вот разделе, на котором красной краской написано Лёшка или Сашка, я тебя люблю. Ну, надпись не стерли, строители только велодорожку закруглили в этом месте. Привет, привет. Сегодня мы на утренней, в этот раз, пробежке по обновленному парку Победы в Минске. Здесь мы с тобой еще не бегали. Утро, исходит солнце. В парке Победы мы в этой части не бегали после его обновления. Вот солнышко, вот. Но сегодня немножко пробежим. Вот до такой дальней точки, до этого мостика. Добежали мы уже сегодня до большого острова. Велодорожку развернули. И уже можно ехать по одному маршруту и по второму. Здорово. А еще я встретил сегодня, тоже бегали, один дядька бородатый и одна девчонка. И это тоже классно. И эти друзья тоже, правда, они спят, еще спят, но хорошо устроились. Детки на лужайке чуть-чуть покрякают. Ну, теперь в обновленном парке, бегая по этим дорожкам, ноги не замочишь. И это радует, но меня немножко напрягает, что мои водостойкие кроссовки, все Adidas, которые единственные с этой технологией, у меня начали сыпаться. И теперь я могу остаться вообще с голыми ногами. А дожди не за горами. Ну ладно, это другая история. Ну, а у меня на сегодня все. Пробежка классная, хорошая погода. Все очень здорово. Классного тебе дня. Живи ярко. До следующей встречи. Пока-пока-пока.